Казанский федеральный посетили представители Астраханского государственного университета. Целью визита стало не только знакомство с КФУ, но и подписание договора о сотрудничестве между вузами. Договор включает в себя сетевую форму реализации магистерских программ в изучении межязыковой коммуникации, теории и практики профессионального перевода между Казанским федеральным и Астраханским университетами. Я думаю, и небольшая наша делегация по институтам поедет в Астрахань и ознакомится с материально-технической базой. Точно так же мы договорились, что специалисты приедут к нам и в Институт физики, медицинский институт фундаментальной медицины и биологии, и также особенно в гуманитарных вопросах, особенно вот в области подготовки учительских кадров. И сегодня подписано соглашение как раз в области, ну, в общем, можно сказать, в области лингвистики. Подписав договор, делегаты из Астраханского государственного университета посетили музей истории КФУ, познакомили гостей вуза с 200-летней историей университета, ректор КФУ Ильшат Гафуров и директор музея Светлана Фролова. Здесь гостям воочию открылись исследования и открытия научной школы, которые принесли университету всемирное признание. Большое внимание уделено выдающимся ученым, знаменитым выпускникам, участию университета в общественно-политической жизни страны. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.